нам солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Крушение. Налетели на рифы. Эх, теперь кораблю, может, ремонт потребуется. Что-нибудь сломалось? Ну так, вроде ничего. Вот, наверное, только вот здесь надо винтик подкрутить. Так, где отверточка? Так. Коксик, а заодно и машинку Зубка посмотри. Кажется, колесо нужно подкрутить. Скоро отвалится. Ну, попробую. Приветствую моих бравых матросов. Приветствуем нашего отважного капитана. О, я смотрю, вы тут заняты чем-то. А как же наше путешествие? Лёш, мы готовы. Это все потом можно доремонтировать. Конечно, потом. Какое совпадение. А я как раз хотел вас пригласить посмотреть, как проходят ремонтные работы в стране стихов. Да? А разве это интересно? Да. Ну, по крайней мере, это очень необычно. Скоро сами увидите. Ура! Отдать швартовые! Есть! Отдать швартовые! Отправляемся с друзьями по волнам под парусами. Не за рыбой, за стихами. За стихами. За стихами. Мачта крепкая над нами. Ветер без козырки рвет. Путешествие зовет. Полный ход вперед, вперед. Отдать швартовые! Есть! Отдать швартовые! Внимание! На горизонте страна стихов. Ой, вижу воробья. Не пойму, а что он делает? Он, кажется, с часами разговаривает. Да нет, Шунечка, это он их ремонтирует. Чики-чики-чик-чирик, я веселый часовщик. Воробей часы чинил, их чирикать научил. Чики-чики-чик-чирик, я веселый часовщик. Шли часы, тик-так, тик-так, а теперь чик-чак, чик-чак. Чики-чики-чик-чирик, эй, веселый часовщик, ты тик-так опять верни и с ремонтом не тяни. Ха, вот так мастер часы чирикать научил. Мне даже очень понравилось, если бы у меня часы не тикали, а чирикали. Ой, смотрите, мальчик табуретку пилой пилит. А зачем же? Непонятно. Я думаю, что он пытается ее отремонтировать. Да, что у него получится в результате? Кажется, ничего хорошего. Я табуретку починил, весь день пилил, пилил, пилил. Но посмотрел, немножко, одна короче ножка. И вот я с вечера не сплю, всю ночь пилю, пилю, пилю. Все по длине сравнялось, да ножек не осталось. Этому мастеру еще подучиться надо. Хотел ножки у табуретки подровнять и не заметил, как все их отпилил. Ничего! Он обязательно научится, и все у него получится. А вот такого я точно никогда не видел. Вы смотрите, смотрите, кто утюг-то чинит. Вот это мастер так мастер. Нам мастер починил утюг. Без утюга мы как без рук. А мастер необыкновенный он. Вполне обыкновенный слон. Утюг как новенький теперь. Утюг все гладит, верь, не верь. И для починки утюгов зовите мастеров-слонов. Здорово! Слушай, Шунь, а у нас утюг случайно не сломался? Но нам нужно кораблик с машинкой отремонтировать. Ты что же, забыл? Да нет, не забыл. Это я в два счета починю.
А может, еще есть что-нибудь сломанное? Нужно будет все в порядок привести. Молодец, Коксик, я тебе с удовольствием помогу. Ну что ж, друзья, нам пора возвращаться домой в Шишкин лес. Есть возвращаться! Да, в стране стихов всегда так интересно. Дом тоже неплохо. Тем более нас ждут дела, ремонт надо закончить. Да. Лёш, а стихи, которые мы сегодня услышали, написал наш знакомый поэт Игорь Жуков? Совершенно верно, Шунечка, ты угадала. Ну, друзья мои, давайте прощаться с ребятами. До свидания, мальчики и девочки. До встречи. До новых путешествий, друзья. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам новый день.